Всем здорова, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинция. Ссылка на проект в описании под роликом, переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Ну а если вы уже задались вопросом, почему у меня какое-то старое начало, которое у меня было в видосах до того, как у меня появилась вебка, то я вам объясню. Дело в том, что когда я снимал это видео, я не думал о том, что я выложу его на канал. То есть я, конечно, предполагал, что я насоберу достаточно моментов для полноценного ролика, но не был уверен на 100%. И поэтому случилось так, что контента это я насобирал, а начало так и не записал. Но надеюсь, это не помешает вашему просмотру, и хочу сказать то, что все, что вы увидите в ролике, нельзя повторять на обычных серверах провинции. Это все было сделано на мероприятиях, которые организовывала администрация. Поэтому все действия как бы легальны, но повторять их просто в игре нельзя. Ну а сейчас обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, усаживайся поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы начинаем. Погнали. Чисто такая лялечка. Все уже видели в команду. Ой, бля. Ладно, поехали. Сейчас я быстро этих полупокеров поймаю в полукедах. Чтобы они вообще понимали, вообще с кем они начали гоняться. Я, в смысле, читаю их, я уверен. Вперед, я сразу туда и поехал, в смысле, на трек Приволжская. Это как бы очевидно. Был первый. Просто первый еду. Просто, ну, понятное дело, сейчас они еще и повернут на ВЧ. Вот проверяю, следующая метка будет на ВЧ. Фасадка. То есть варианта другого нету. Следующее состояние вашего транспорта сделано 1000. Странно, мне бы, наверное, правильнее было бы честнее бы поставить на единицу, потому что я-то 100% их поймаю. Находимся у ВЧ. Боже, ребята, как же я вас читаю, как же я вас читаю. Может, ты наперед будешь идти? Да, я просто читаю чуваков, я знаю, куда они едут изначально. Они так поехали ВЧ, прямо. Они. Давайте, пишите, что вы ВЧ проезжаете. Ой, в смысле, Волчанск. Это я уже тут. Бля. Это вот так, посмотри их пока. Господа, я извиняюсь за свое некрасивое поведение. Я прошу прощения, я этот, мне выехать надо. Извините, простите, я. Бля. А я отсюда смогу выехать, интересно. Выпустите меня. Барак Хусейна Баба. Барак, ебаный в рот. Барак! О-о-о-о! Назад идем потихонечку, потихонечку, помаленечку. Задний ход творит чудеса. Я вообще заднюю не даю, но тут как бы варианта другого нет. Помоги! Помоги! Да что вы мне состояние транспорта изменяете? Лучше выпустите меня. О-о-о-о-о-о-о. Бля, до дороги прям чуть-чуть. Бля, надо же было мне прям в уголок залететь. Бля, я пока отсюда выеду. Пока выйдешь, они уже мимо как раз будут. И они уже как раз закончат мероприятие, уже все разбегутся, я еще тут буду стоять. Чалиться. Проезжаем АЗС УВЧ. Вот они как раз сейчас здесь проедут, выезжай, машина! Давай. Ну, блин, я вот на этой застрял. Бля, еще деревья понаставили. Это что за ловушка Джокера? А, стоп. Всё. О, как раз. Заебись, охуенно покатался. А интересно, они, подожди, а хули я остановился? Они меня тэпать будут? Они заморозили. А, ну ладно, тогда это не я остановил. А прикинь, они просто сейчас разморозят меня. Да. О, перевыдача, перевыдача. Блядь, а я выйти не могу. Да нахер мне перевыдача здесь. Давай, давай, отпусти меня прям вот в это же место, давай. Мне кажется, он меня сейчас просто уронит. Давай, попитка номер 2. Какой там ID? 362. Охуеть, она меня телепортировала, конечно. 362. О, вон они проехали. Бля, быстрее тэпай! Кто так тэпает? Давай, давай. О, благодарю, я погнал. Так, а, надо же бин сделать. Куда я... А, ну у меня 2 работает. Так. Тогда делаем, знаешь, что? Пишем unbind one and bin one. Едем в Невский. Все, погнали. Ой-ой-ой! Ты чего не подрезался? Бля, йота, где моя йота? Ой-ой-ой, подрезать меня хотел. Хотел подрезать, улетел! Ой-ой-ой, пацанчики, расходимся. Ой-ой-ой. У метро в Невском. Метро-то сзади. Реально? Какой метро? Подожди. Ну, на карте их не было. Я, кстати, вообще первый раз вот в этом месте на карте в провинции. Они выехали. Блять, нахуй я это... Нахуй я сюда пришел? Нафиг, да. Ну ты только не залети туда. Фух. Ёбаная БМВ. Что это? Я поехал. Все хорошо. Опа, вот здесь. Проезжаем аптеку, едем, едем к автостоянке. Понял, понял, вычеркиваю. Так, автостоянка стоит с той стороны, пацаны. Вы что-то не в ту сторону все поехали.
Поехали в вокзал Невского. Ну все, это второй точно за мной. Главное, блядь, опять куда-нибудь не залететь и не остаться там. Так, короче, шашки, ребята, показываю. Ой-ой-ой, шашечку закрыл. Одного случайно скинул, но я не виноват, это был пинг. Тёмочка едет, Тёмочка газует в пол. Проехали рядом с разводным мостом. А, так я прям за ними на хвосте еду. Только Урус, по-моему, быстрее, чем М5, нет? А, вот они. О, нифига себе. Вот они. Вот они, вот они. Быстрее. Вот они. По-прежнему едем в мир. Да я вижу, ребята, все, хватит мне подсказывать, я все вижу. Право или налево? Направо. Они как-то лагают. Вообще трепаются. Слушай, М5 какая-то вообще неуправляемая. Быстрее. Не, понимаю, конечно. Все. Да что она? Почему она сама по себе начинает водиться? Что с хендлингом? Ай. Давай. В жизни нет ничего стабильнее, чем М5. А она здесь вообще какая-то нестабильная. Бля, Урус слишком быстрый. Нельзя было что-то помедленнее взять. Я всегда, когда догонялки играю, я всегда беру что-то медленнее. Или нет? Нет, не беру медленнее. Наврал. Чуть-чуть. Да, блядь. Еба. Я сейчас, подождите. О, они тоже разложились. Это шанс. Ой-ой-ой, как же там какая-то черная, другая пятая, блядь. Да, она поближе. Но это ничего не знаю. Ой-ой-ой. Так, Сринген, срезай, надо срезать. Давай, смотри. Давай. А ты точно, да, прям указал? Точно его? Блядь! А как не передалось? 362-й. Блядь, ебаный вред. Проехали автошколу Прывы. Я еду! Но они просто по прямой будут шпарить, я уверен. Да, и так вот их подрежешь. Да, я просто genius. Вот они. Давай. Да блин, ну как я не передаю? Отойди. Не мешай. Да я передам. Давай. Ебать, их кинули. Жесть. Они... Там, по-моему, чтобы передать, нужно прям под него заехать. Ты, блядь. Ну да. Да как передать? Ну я прям рядом еду. Бля, я как в CCD на двойку нажимал, чтобы машину перевернуть. Все, передали. Сука! Чё за бред? Ну я ж прям бы, ну сколько раз я его прям вот туда-сюда. О, давайте еще сатен. Блять. Продолжаем марафон мероприятий. Вообще я не думал, что будет 2. Но если уже у нас 2, то получается я даже, возможно, смогу сделать полноценный видос. Вот, так что моя задача выжить. Выиграть и выжить. А потом еще раз выиграть. А зачем за мной бегать? Вы чего, толпа? Не надо. Я спрятался. Уверен? Они все спрятались. Что делаете? Хватит. А, нет, я сейчас отсюда не выйду. Блин, толпа бегает за мной. Опа, забежал. Опа, выбежал. Потом, оп, вот так. Стрелок, смотри, жесткий. Пила, пили детей, орудие питок. Бля. Мне назад. Надо где-то прям хорошенько спрятаться. Бля, один прям на хвосте. Вот тут, да. Привет. Да, блядь, только не... Кто меня будет, блядь, зажимать, буду пиздить, пацаны, ногами. Отвечаю, здорово. Мы здесь, бегите. Просто чувак прибежал. КПЗ иди. Да. Блин, капец, старая тюрьма, капец. Прикольно. Да не надо меня зажимать, я ж предупреждал. Встают и меня не выпускают никуда. О, ебанеца. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой, капец, я маншу. Франко, здорово, родной, здорово, да ладно тебе, все, не кипишу, ни разу не попал. Чё за... Ай, попал. Осуждаю. Я спалил его! Блять, вот это я неловко повернул. Да все, ладно, тормозите. Да, бля, ребят, с такой стрельбой вам бы в тир... Да здесь все команды собрались втроем! О, БУ. Пошел-ка я номера искать. Ваша задача остаться последним выжившим и надеяться на свою удачу. Осуждаю. Осуждаю. Че осуждаем? Короче, объясняю правила для тех, кто смотрит видос. Здесь, короче, нужно выжить просто, потому что нас будут сбивать. И кто последним...
Последним остается жив. Чего? Обидно было. За что? Куда же не пожал? За то, что ты руку не пожал. Давай пожмем. Ну, давай самое время, давай пожмем. Нас же сейчас, давай не, еще нас сейчас не убьют. Обнимем, наши, сделаем. Так, все, давай, я погнал. Нас же, блядь, вообще не убивают. Так, о, кстати, у пацанов гениальная тактика. Надо бегать вокруг этой хуйни. Нет! Лох! Чё за тип вообще? Почему она гениальна? Ты тут, короче, ты из-за того, что по чругу бегаешь, по чругу, тебе попасть слежно будет. Слежно? Да, главное слежно и незалежно тоже, чтобы было. Так, там чуваки прям, кстати, тоже жесткую схему придумали стоять вот на этой шняге. Блин, их 4, у меня глаза разбегаются за всеми четырьмя, смотри. Здорово. О, видела, как его убили красиво? Сейчас, да уйди. Правильно, ой! Решето есть. Уебалы. Как дурак, блин, стоишь? Почему? О, здесь вообще гении тактики. Да, у тебя везде уже 3 гения тактики у тебя. Так. Ты чё? Как это было страшно. Не надо. Нет. На 2 Широна. Отстань. Оп. Жив, цел. Орёл. Да нельзя так. Алло. Да не, ну это нечестно. Они ник видят и за мной охотятся. А вы чё здесь стали? Извиняюсь, говорит, я же это не в микрофон даже сказал. Ну, на этом видеоролик подходит к концу. Обязательно подписывайся, ставь лайк. До новых встреч. Пока.